Вот такое вот у нас чудо. Маленькое такое. Гномик. Так спит, хорошо. Всем привет. Я вот вышла с чашкой на улицу. Вот. Хочу тоже. Смотрю, люди собирают смородину. Тоже хочу собрать смородину. Нашла рецепт в интернете, сейчас смотрела. Хочу делать конфитюр. Вот столько я собрала. Двух кустиков. Всего. Да, вот один кустик, вот второй. А там который? Папа, ну помаши ручкой. А там нету? Там нету? Я там не смотрела, не знаю. Смотри, может там тоже есть. Вот сейчас будем перебирать в кастрюльку. Сейчас посмотрю потом там. Вот моя капусточка. Вот такие вилочки у меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уронила. Ой-ой-ой. Вот еще один вилочек. Вот еще один вилочек. А то маленький. Вот и петрушечка у меня тут. Это мои заготовочки. 4 баночки. Вот такое красивое получилось желе. Вот. И земляничка. Баночка. Вот у меня получилось 3 баночки смородины. И баночка землянички. Вот такие вот у меня новые заготовочки. А сейчас я хочу показать, немножко сделать обзор моего огорода. И начну я с малины. Сейчас малина уже поспевает. Вот надо, даже вот перезрела некоторая. Вот надо собирать. Сейчас я вот сниму, монтировать буду вечером, сниму и буду собирать малину. Малину мы собираем частями, партиями. Вот сейчас она каждый день спеет. Вот сейчас спелую соберешь, завтра уже другая поспевает. И так пока всю не соберешь, она каждый день поспевает, и каждый день ее понемножку собираешь. Ну, здесь вот у меня горох. Там у меня свекла, горох с овсом вот вместе растут. Там он у меня свекла, полить надо. Вот здесь я воткнула, у меня немного места. Я воткнула, значит, сюда это цветную капусту. Это цветная капуста, я ее немножко посеяла в огороде. Вот не поливала днем. Сейчас полила, но немножко один подвял. Вот. Ну, это клубничка моя такая. Клубничка, земляничка. Вот, вот там свекла, полить надо. Одна грядочка свеклы, укропчик цветет. Вот роза моя цветет. Вот так вот уже это отцвели цветочки. Это вот оно так красиво цветет. Вот, здесь тоже, ну, бутонов еще много. Много еще бутонов еще будет цвести. Вот, а эти уже отцветают, отцвели розочки. Я хочу показать канны. У меня расцвели канны. Вот космея цветет. Вот так, я тут повыдергала, очень было густо. И я повыдергала, чтобы вот немножко розочка дышала. Вот, что-то вот они, не знаю, вот... Как-то вот они вот такие вот, как подвядшие эти розочки. А так сыро, почему, не знаю. Или то, что первый год. Вот бутоны есть, но что-то плохо раскрывает. Вот космея белая, космея. Это красненькая. Вот. Она даже не красная, такого цвета, какая-то розовая, розово-сиреневая. А это у меня канны расцвели. Вот так вот красиво они цветут. Но из-за заморозков они, конечно, из-за холода не выросли. Вот такие вот красивые цветы. Вот.
здесь желтые. Желтые совсем маленькие. Они мне на окошке стояли. Вот, расцветает. Еще не цветет, но уже расцветает. Вот такие каны. Красная розочка у меня еще не цветет, вот вьющая. Уже набирает бутоны, но еще не цветет. И вот эта роза у меня. Вот она раскрывается, но не знаю, вот такой вот какой-то цветочек. То ли белая, как, какая-то, я не знаю, то ли зеленая, то ли белая, непонятно. И кайма такая розовая. А какая она будет, я даже не знаю. Вот. Бутонов много, но вот раскрывается. Не знаю, чем будет. А бутонов много, вот вся в цвету. Вот вся. Я тут космея все тут у меня заполонила. Я ее повыдергала. Прям и жалко было, конечно. Но цветам, розам тоже надо дышать. Вот. В общем, вот так вот. И вот эта розочка у меня. Тоже они одинаковые, что ли, что-то я не знаю. Я на рынке купила. Вот, не знаю, посмотрим. Ну, ничего, пусть даже все одинаковые, пусть цветет. Вот так у меня расцвела космея. Вот. Вот у меня цветет так красиво. Вот. Здесь у нас арматура стоит. Мы будем заливать фундамент. Вот, сварили, сделали. Вон там еще сын делает. Вот. Вот выкопали. Вот столько выкопали. Будем фундамент заливать. Там побольше, там несущая стена побольше. Глубже выкопали. Вот. Ну, пойдемте в огород теперь. У меня там варится борщ. Я варю борщ. Вчера зарубила уточку, варю борщ. Пока вот там у меня капусточка кипит, через 20 минут будет готова. Вот. В общем, такие вот дела. У меня лилейники расцвели. Вот. Ну, здесь все поставлено. Капусту я еще не срезала. Здесь петрушка, здесь капуста. Вот укроп уже начинает цвести. Лилейники тоже начинают цвести. Там опять тоже навтыкала, насажала цветную капусту. Я ее в огороде посеяла. Вот у меня капуста белокочанная. Вот, тут и маленькая есть. Это я позже сажала. Это раньше сажала. Ну, в общем, тут разная. Здесь вот у меня лезет вот тыква, пустила свои, не знаю, может быть, ее как-то подвязать наверх. Вот так пустила усы. Но тыквы я не вижу. Вот у меня капуста вот так разрослась. Но тыквы я не вижу. Здесь одни усы. А что-то тыква. И такие вот цветы. Мужские, что ли, или это листочки. В общем, не знаю. Ну, вот мешает она капусте. Лезет. Вот, в общем, вот, а тыквы не видно. Вот, вот одну нашла. Вот только будет цвести. А там нету внизу. Вот такая она у меня, одни лопухи. Но тыквы пока не видно. Вот такие вот лопухи у нас. Вот, я ее посадила в короб. Вот, а здесь у меня огурчики немножко. Вот я сегодня немножко поливала, но мало. Здесь у меня такие огурцы, которые... Эти вот вторые, те первые я высаживала. Вот пришлось вот поливать. Мне времени нету поливать. Я вот такую вот в фикс-прайсе покупала. Лягушку вот такую вот поставила. И вот она поливает, потому что мне стоять времени совсем нету. Я варила кушать. Здесь у меня капуста тоже. Вот такая вот капуста. Капуста неплохая. Здесь у меня огурчики обсадила в землю. Я обычно в землю огурцы не сажаю.
Там опять навтыкала капусты, вон везде, везде капуста. Потом я хотела показать вот это вот растение. И не знаю, что это за растение. Вот мне дали, я посадила, но мне толком не объяснили, что это такое. Может быть, кто-то знает. Такие желтые цветочки. Напишите, что это такое. Я вообще никогда не сажала такое, даже не знаю, что это такое. Здесь у меня кабачки. Патиссоны, кабачки. Тут зеленые патиссоны. Вот уже есть патиссончики. Вон патиссоны. Патиссоны есть, их много. Но у меня... Дело в том, что у меня их не едят. Я их мариновала в прошлом году. И что-то никто не ел. Уже наелись те года. И никто не ел. Огурчиков у меня пока нету. Вот такие маленькие. Вот, а что-то ничего нету. Не знаю. Это у меня с огурчиками плохо. Урожая нету. Вот веточки есть. Веточки неплохие. Вон один огурчик. Может быть, здесь вот будут. Вот кабачок молодой. Первый самый. Вот такой вот. Мне кабачки не едят. И я решила... Кабачков тут много. Вот. Вот. Только начали кабачки. Вот, кабачки есть. Здесь у меня желтые патиссоны. Вот они еще маленькие. Они вот их много, но они еще маленькие. Вот, я переставила. Здесь у меня астра. Вот это многолетние кустики такие красивые. Я переставила душ на другой край. Вот. Вот это моя фасоль. Вот так она хорошо растет. Вот. Это у меня вторые огурчики. Вот я тоже их посадила. Сейчас сюда тоже поставлю шланг, буду поливать. Вот. У меня куры расковыряли, правда. Несколько кустиков подпортили. Но вот они еще маленькие. Но вот пока ничего нету. На них не знаю. Вот здесь у меня фасоль. Фасоль уже цвести начала. Вот там цветочек я видела. Вот цветет фасоль. Вот так вот цветочек у него. Вот. Ну, скоро будет фасоль у нас. Вот такие хорошие рядочки. Здесь вот я посеяла цветную капусту. Цветную капусту сеяла прямо вот на грядочку. Вот отсюда я уже выкапывала. Вот еще вот такие вот. Вот такая хорошая рассада. Вот такая капусточка хорошая. Вот. Где у меня место появляется. Здесь вот понавтыкала везде. Перец не очень. Это горький перец. В этом году у меня перца нету. Это зеленая редька маргеланская. Вот такая вот. Мы ее любим. Она очень вкусная. Я все время ее сею. Она так, она хорошо растет. Вот. Вот редиску посадили. Мы вытащили ее на семена. Попробовали. Вытащили из земли. Посушили. Ну, воткнули. Не знаю, что будет. Тут вот морковку воткнули на семена. Это вот у меня ряд вот такой вот капусты. Капусточка неплохая. Такие хорошие вилочки. Ну, я считаю, вилочки неплохие. Вот. Она не очень большая, такая вот средняя. Ну и не маленькая. Ну, есть маленькие там тоже. Мы вовсю кушаем. Вот я срезала два вилочка. Один вилочек у меня ушел на борщ. Другой так пока лежит. Может быть, салатик сделать. Вот я везде навтыкала капусту. Это цветная капуста, вот. Вот еще один вилочек. Вот у меня упал лук. Когда был дождь, ветер, он у меня весь вот свалился. Вот уже желтеет, коричневый становится. Ну, вытаскивать, мне кажется, еще рано. Потому что они должны вот здесь, вот в этом месте, стать мягкие. Потом я буду выдергивать. Вот так вот у меня половина лука от ветра, от дождя повалилась, так и валяется. Здесь у меня вот капуста.
Вот такая капуста у меня здесь тоже. Вот это картошка, ряд, грядка. Картошка высокая, прям вот мне по пояс почти. Это баклажаны будут цвести. Вот баклажанчики цвести будут. Это у меня они помёрзшие, которые были. Вот пошли из пазухов листьев. Они снова пошли. Не знаю, что будет, нет. Посмотрим. Здесь вот я навтыкала тоже помидоры. Вот. И что-то вон там у меня один помидорчик, по-моему, портится, что ли. Вот. Что-то черное стало. Я купила медный купорос, хотела их попрыскать, но не знаю, прыскать нет, и помидоры не подвязывала. Вот. Здесь у меня тоже вот капусточку я посадила. Это белокочанная ряд капусточки. Это цветная капуста. Здесь вот тоже подсаживала капусту цветную. Вот. Это цветная капуста. Это у меня горох. И немножко вот кукуруза подвяла. Ее чуть-чуть полила. Но вечерком еще полью. Горох цветет уже. Такой вот большой короби посажено. Вот помидор. У меня грядочка помидор. Вот эти самые лучшие. Вот уже есть маленькие помидорки. Вот такие вот. Вот. Здесь побольше. Вот большой помидорчик. Растут, я их не подвязываю. Вот они у меня. Но почему-то они у меня, вон, смотрите, что. Чернеют, что ли. Побрызгать, что ли, надо. Вот все, началось. Это фитофтора. Фитофторина мне обработала. Вот, и не знаю, что. Может быть, попробовать медным купоросом. Побрызгать. В общем, не знаю. Я как-то не надеялась, что у меня в этом году будут помидоры. Это подсолнух. Белые семечки узбекские. Намного ниже. В прошлом году в 3 раза больше были. Я поставлю фотографию. Вот. Здесь у меня перчик. Перчик вообще не растет. Как вот купили, посадили, так стоит. Там вот бутончики есть, но он так вот и стоит. Вот. Здесь у меня цыплюшечки лазают. Там у меня клушка. Вот здесь вот у меня морковь для грядочки. Морковь и табак. Это вот я подсеивала на осень специально. Подсеивала, говорю. Это табак. Вот у меня 2 грядочки. Я вот дачу не дополола. И вот такой вот у меня красивый цветочек. Так он красиво цветет. Весь прям раскрылся. Вот такая клумбочка. Он у меня рос в огороде, вот так на грядках я сажала. Но я смотрю, он почему-то стал вырождаться. Прям вот пропадает, и все, и нету его. Вот, и я решила посадить вот так в колесо. И вот он так красиво цветет, и другая трава ничего не мешает. Тут вот что появляется, я потом выдергиваю. И вот так вот он растет красиво. Такая красивая клумбочка. Вот. У меня лилейники начали цвести. Не знаю, надо против солнца стать. Это видно не будет, наверное, виноград вот у нас. Вот лилейники. Сейчас я пройду. Флоксы еще не цветут, скоро зацветут. Вот виноград, но, правда, винограда совсем мало. У нас по телевизору наша дача, передача сказали, что надо все эти виноградинки обломать, потому что их все равно уже не будет. Вот. Вот это вот астра у меня. Вот уже зацветает. Вот такая голубенькая. Я хочу еще выписать, купить еще другой цвет. Такой сиреневый хочу. Вот это у меня лилейники вот уже зацветают. Вот. Я их как бордюры посадила. Вот у меня веники уже высохли почти. Их надо теперь убирать. Вот петуния. Такая красавица стоит. Здесь вот я ее поставила в тенечек.
Она полдня на солнышке, полдня в синюшке. Вот такая красивая стоит, цветет. Вот. Значит, вот виноград. Все-таки вот пустил веточки. Два раза замерз. Пустил веточки, даже вон урожай дал. Только будет цвести или уже отцвел. Вот. Ну какой виноград, он уже не поспеет, конечно. Уже через месяц у нас будет холодно. У нас в сентябре всегда холодно. 1 сентября всегда-всегда холодно, уже одеваем куртки. Вот будут флоксы цвести. Ой. Вот хоста моя. Я ее буду пересаживать отсюда, ей здесь не место. Я так посадила. Я хочу их разделить на несколько кустиков. Это вторая хоста. Там вот у меня тоже, видите, как вот гвоздичка не на месте тоже растет. Золотой шар тоже вот только будет цвести. А здесь у меня вот так вот идут по дорожке лилейники. Вот тоже все в цвету. Здесь флоксы я посадила. Вон малины вот сколько будет. Еще она здесь вниз. Она здесь позже всех спеет. В этом месте почему-то. Вот столько малины. Это у меня морковка. С того ряда мы уже дергаем, кушаем. Суп ложим уже. Большая морковка. Суп ложим. Это готовлю, когда рву. В общем, морковка есть, лук есть. Я не покупаю свою. Вот это кукуруза. Здесь у нас кукуруза не померзла. Вот она немножко здесь побольше. Но все равно вот такая низкая. В прошлом году была намного-намного выше. Вот здесь я хотела вот эту тыковку показать. У меня вот эта тыковка. Это маленькая тыковка. И вот здесь большой у меня урожай. Ну, не знаю, она поспеет, но должна поспеть. Вот на каждом вот. Вот прям на каждом тыковка. Тыковка. На каждом, где листик, и растет тыковка. Я сейчас пройду туда дальше. Вот такие вот лопухи. Растет она в коробе. Мы туда раньше навоз складывали. Я не помню, в этом году мы подкладывали, нет. Ну, в общем, вот так вот у меня растет. Это кабачки. Патиссонов здесь почему-то нету. Патиссонов у меня в этом году только два кустика. Это кабачки. Вот. Это зеленые такие. Их цукини называю. Здесь разные. Здесь желтые есть. Вот желтые. Только-только начали. Я два раза здесь это сажала. Мерзли. Замерзали. Вот. И вот тыковка. Сейчас покажу. Где-то видела. Так много-много. Как бы ее не раздавить здесь. Вот. Вот тыковка. Вон тыковка, вон тыковка, вон тыковка. Вот. Ну, в общем, тыковки много. Но она, я думаю, да, поспеет. Должна поспеть. Вот. Вот эта тыковка. Ну, тыковка есть. Вот эта маленькая мне нравится. Это мы, я для себя сажаю. Эту большую тыкву я для скотины сажала. Вот. А это вот, вот кабачки. Они вот только маленькие, их много будет. Но если мы не скушаем, ничего не делаем, это, попробую что-нибудь делать. Не знаю, ну не хотят, они мне не кушают. Кабачки не любят. В любом виде, как только не готовила, не любят. Хочу попробовать с блинами. Говорят, что там ее не слышно в блинчиках, кабачки. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у меня грядочки. В общем, вот так поделилась, показала. Это мои цепушечки. Это первый выводок у меня. Вот они бегают. У меня еще. Значит, дома потом зайду, сниму. У меня еще, значит, поставила еще в инкубатор. И я купила себе еще один инкубатор. Покупала я с рук. Женщина одна купила, что-то у нее 12 цыплят вывелось, и что-то она говорит, я устроилась на работу, говорит, мне некогда заниматься ими. В общем, предложила, я купила.
Вот, и в общем, вот так вот. Вот инкубатор, несушка. Еще у меня здесь ничего не стоит. У меня пока нет яиц. Когда будут яйца, я буду закладывать. Угу. Буду прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч.